25 лет на сцене. Вологодский оркестр духовых инструментов «Классик Модерн Бенд» отмечает свой юбилей. За эти годы уникальный коллектив европейского уровня стал музыкальным символом города и области. Основной состав оркестра сложился еще в 90-е годы. В него вошли местные музыканты. Сейчас в коллективе играют около 40 профессионалов. Их творчество хорошо известно не только в Вологде, но и во многих городах России, а также Европы, где проходят концерты вологжан. Коллектив удостоен наград Министерства культуры, губернатора области, администрации города. Без него не обходится ни одно торжественное или праздничное событие в городе и области. А летом коллектив каждый четверг устраивает музыкальные вечера под открытым небом в Кировском сквере. На протяжении четверти века бессменным руководителем оркестра является заслуженный артист России Виктор Кочнев. Всегда мы были верны главному принципу. Заниматься не развлечением, а воспитанием. Хотя наши предпочтения достаточно разнообразные. Мы играем музыку любую, музыку и самую серьезную, и музыку современную, в том числе и так называемую попсу. Но такую попсу, которая прошла испытание временем, которая обладает все-таки какими-то художественными достоинствами. Свой юбилей оркестр, конечно, отметил вместе со зрителями. Концерт, посвященный 25-летию коллектива, прошел сегодня в музыкальном колледже. И, конечно, собрал полный зал ценителей творчества «Классик Модерн Бенд». Алена Закатаева, Максим Тышковец, Вологда Портал.